Всем привет! Вы на канале Китай ТВ, и у нас очередной обзор, распаковка посылок из Китая с торговой площадки AliExpress. Так, здесь у нас три посылочки. Начнем давайте, пожалуй, с маленьких, вот с этих вот, со страшненьких, а эту отложим на потом. На сладенькое, как говорится. Так, тут, наверное, без ножа справлюсь. Честно говорю, не знаю, вот здесь я знаю, что, а вот здесь нет. Так что давайте начнем с неизвестных. Такой пакет убитый. А, это бабочка, мужская бабочка. Такая вот бабочка, шла она примерно дней 30, наверное, трек не отслеживался, но она и стоит что-то 38 рублей всего лишь. Вот такая вот маленькая, миленькая бабочка, обязательно примерю, покажу вам и оставлю ссылку. Что еще про нее сказать? В принципе, прошито, ничего нигде не торчит. Так, это у нас регулируется. Да, это у нас тоже регулируется, вот эти вот штученцы такие. Так, вот так вот она, да? Крепится как-то вот так вот. Вот такая вот интересненькая бабочка. Вот так вот она крепится. Вот такая вот. Ну все, в принципе. Вот такая вот бабочка. Переходим к следующей посылочке. Так, следующая посылочка. Это у нас iClick. Давайте я буду рвать просто. Потому что нету смысла вообще что-то. Вот такая вот iClick, ни QR-кода, ничего продавец не положил. Вот такая вот, в принципе, iClick. Сейчас установим приложение. Ставим кнопочку. И посмотрим, работает ли она или нет. Так, посоветовали, значит, мне скачать программку под названием KeyCut. KeyCut, KeyCut. Ну, сейчас посмотрим. Так, достанем сейчас кнопочку. Так. Легко достается очень из чехольчика такого. Так, устанавливаем ее в разъем наушников. Так, ее нужно до конца, да? Вот так вот. Заходим в программку. Так. Отключил Wi-Fi, чтобы не было этой назойливой рекламы. Так. Сейчас будет видно, наверное, вам. Так, на один клик я установил фонарик, на два клика Инстаграм, на три Ютуб. Давайте посмотрим, что у нас получается. Так, давайте заблокируем и нажмем один раз. Ничего не происходит, да? Значит, эта программка не подходит. Так, скачали программу под названием IK. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. На одно нажатие это фонарик, который нихуя не работает, блин. Разобрался, значит, с iClick. Скачал программку для Samsung Galaxy Ace просто. Но Alcatel OneTouch Idol 2 она не подошла, это iClick. Зато прекрасно держится на Samsung. То есть на одно нажатие вибрация срабатывает, это у нас рекординг, вот сейчас звук пишется.